Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня речь пойдет о удивительном растении, Александрино он называется, или по-русски пуансеттия, или еще ее называют рождественская звезда. Почему? Она зацветает в декабре, примерно где-то около Нового года. Для зацветания ей нужна прохладная погода. Перед тем, как зацвести, так как она из Мексики, сама родина ее Мексика, то 2 месяца там перед ее зацветанием прохладная погода. И после этого она начинает зацветать. В Европе ее выращивают как и комнатное растение, и как здесь уличное. Посмотрите, уличное оно... огромная, 3 метра высотой. И представляете, какая красота, когда в декабре месяце, вот там наверху, на каждой веточке, сейчас я еще покажу вам, начинает вот на каждой, вот на такой, на каждой такой веточке, вот здесь вот в конце, начинает появляться красные. Сначала издалека они смотрятся как цветы, а на самом деле это листья прицветковые, и внутри цветочки сами желтого такого цвета, маленькие невзрачные цветочки, а сами вот эти вот листья красного цвета бывают, розового, нежно-белого, кремового цвета. Очень красиво они смотрятся, выращивают в горшках. Но у нас в России часто его берут, покупают как новогодний подарок для Нового года, что это цветок в горшке еще цветет, очень красиво, ярко смотрится. И если он у вас цветет, это очень хорошо, может цветение продлиться до 4 месяцев. Вам только нужно... в определенный период добавить удобрение для цветов. Это растение не любит сквозняков, любит влажный климат. Его лучше опрыскивать дождевой водой, либо отстоявшейся водой в зимний период 2 раза в день. И да, оно достаточно капризное растение для домашнего ухода, но очень красивое. После того, как растение отцвело, желательно дать ему покой. В течение 1,5-2 месяца оно требует покоя. Если оно у вас в горшке, вы его выращиваете, то подстригайте 10 сантиметров, оставляйте. Там еще пойдут росточки. То есть оно будет у вас пышнее смотреться, больше начнет куститься. Старайтесь не переливать это растение, потому что корневая система может загнивать. В этом случае растение испортится. С вами была Георгиевская Татьяна, и до новых встреч на канале Татьки. Пока-пока!